Добрый день, уважаемый слушатель. Приступим давайте. Значит, мы с вами говорили об угрозах. Да, количество угроз будет нарастать, потому что киевский режим ни перед чем не остановится. Но и мы сами ведь не лыком шибы. Тогда мы в прошлый раз затрагивали, что ведь у каждого человека есть чувство опасности. Как им правильно научиться этим чувством опасности пользоваться? Потому что мы все разные, у кого-то это хорошо проявляется, у кого-то плохо. Но если мы все будем находиться в равновесии, или как в передаче «Марафон» ты говорил, что, допустим, научиться управлять своим вниманием, то мы всегда будем предупреждены. Потому что ты же говорил, как бы, там у тебя есть варианты, есть другие способы, да, как говорится. Ну, тот, который ты говорил, что так называемый простой, раз, два, три, четыре, пять, будем, как говорится, заниматься вниманием. Да, это одна методика. Есть другая, как бы, методика. Она более, ну, сказать, не то, что сложно, она более по времени трудоемка, но она дает больший эффект. Это как кто занимался спортом. Допустим, когда я занимался секцией, там еще, у нас один преподаватель учил товарищи, говорит, значит, ребята, говорит, упражнений много. Но лучше работать со своим телом и с упражнением на статику или на растяжение. Да? Потому что если силовым упражнением заниматься, то мышцы закрепощаются быстрее. Да, ты быстрее накачиваешь силу, так сказать, быстрее результаты идут, но они потом, когда заканчиваешь, они пропадают тоже быстро. А вот если постепенно статические упражнения на растягивание со своим телом, дольше ты, времени требуется дисциплина, но зато эффект сохраняется намного. Я это по себе почувствовал, что, допустим, когда закончил служить, так уже не в той мере занимался, то, что было наработано годами, сохранилось надолго. Так и здесь. Есть интерес упражнений, чтобы, допустим, научиться быть в равновесии. Что такое в равновесии быть? Это надо научиться контролировать свои мысли или прекращение внутреннего диалога, свои эмоции и свое физическое тело. Как говорят, в военном деле надо сначала научиться 3К – контроль тела, контроль эмоций, контроль мыслей. А дальше, допустим, в боевой обстановке тоже 3К – контроль тела, контроль обстановки, контроль противника. Вот. Все это должно идти постепенно, потому что обычный человек может только 2 действия делать или 2 события наблюдать. 3-го действия он не может, поэтому надо учиться, допустим, контроль тела, контроль эмоций, контроль мысли, учиться сейчас мирной обстановке контролировать. А в бою тогда уже спокойно могут контролировать обстановку и противника, что намного легче. Потому что я наблюдал, как бы, не раз, когда человек не контролирует свои эмоции или тело, в результате этого получается не нужны дурные ранения. Так вот, самое лучшее упражнение, как бы, на мой взгляд, как с той методикой, с которой я сталкивался, это есть упражнение с точкой. Оно было описано еще у Владимира Ленина. Да, упражнение, оказывается, оно самое гениальное, самое эффективное. И там в нем это упражнение 5 уровней. Видимо, так сказать, не предел. То есть, да, это упражнение делается очень просто. Как бы, можно на работе делать, можно дома, можно даже, когда освоишь, в маршрутке делать, а только не в комнате, когда в машину. А если ты едешь в маршрутке или в автобусе, то это спокойно можно делать. Суть упражнения заключается в том, что нужно на расстоянии, допустим, от 1,5 до 3 метров максимум, поместить какой-то кружочек черный диаметром 2-3 сантиметра. Прикрепить его на уровне глаз. Дальше сесть в кресло, спокойно расслабиться. Вот, и дальше идет работа. Самое главное, правильно нужно работать. Когда вы сели, расслабились, надо первое просканировать свое тело. Проверить, все ли мышцы у вас расслаблены. Удобно ли у вас паза. Вот. Некоторые бывают при упражнении как бы наклоняют чуть голову. Вперед или назад, в сторону. Это, тем самым это напрягаем мышцы шеи сбоку или сзади. Здесь надо именно позу занять такую, чтобы тело свободно расслаблено сидело. А дальше свое внимание заключаешь на эту точку и смотришь. Да, сколько времени смотреть. Тут зависит от каждого, потому что дело, что эти как бы физические упражнения мы все знаем, как они делаются, что такое физическая усталость. Мы это понимаем очень хорошо. Психическая усталость или усталость при работе с энергией, это совершенно другая. Как бы даже иногда трудно объяснить. Но там
Первый признак и самое главное основное, когда человек начинает, допустим, работать, заниматься не только упражнениями, то есть энергетическими упражнениями, то бывает, как бы, что ли, вот что-то вдруг у него вот здесь вот в груди как-то непонятно, что-то как-то так, как-то не по себе как-то. Это первые признаки наступания психической усталости. А дальше, когда, допустим, кто бывает, сон тянет или пропадает внимание, то есть уже человек не может сконцентрироваться. Здесь надо заканчивать это упражнение. Потому что у кого-то получает упражнение с точкой, спокойно просидеть там не только 10-15 минут, но и 20-30, да, такие были у меня практики. Ну, но таких мало. А так надо начинать постепенно. То есть, допустим, спокойно смотреть на точку и насколько хватит, как у вас терпения, внимания. Все. Здесь есть свои нюансы. Допустим, когда вы смотрите на точку, надо, значит, мысли здесь в этом упражнении будут приходить. Это не упражнение с двумя руками, когда, допустим, мы прекратим друг диалога, попадание в пустоту, так называемую, как ты говорил. Здесь мысли приходят, ну и что? Пусть и приходят. Надо просто постараться, глядя на точку, все внимание свое, причем глядеть надо не без всякого напряжения, просто спокойно, расслабленно смотришь на эту точку. Не отвлекаться на мысль. Ну, как пришла, так и ушла. Все. То есть, как вот так вот. Первое время, естественно, не будет получаться у кого-то, кто слишком эмоционален. Но потом, как бы, постепенно, ведь, как говорится, терпение позволяет достигнуть победы в любом деле. Так и здесь. Следующее. Значит, если эмоции есть в груди, значит, надо их, как бы, уменьшать. Если, как бы, человек сел слишком эмоционально возбужден чем-то, прибегать к практике дыхания. То есть, во время упражнения этого смотришь на точку, не отрывая глаз, и в то же время начинаешь дышать, допустим, обычно вдох через нос, и спокойно выдох через рот, то есть не открывая. Все, после нескольких дыханий, как бы, эмоции приходят в норму. Потому что дыхательная практика тоже один из способов, когда мы занимались спортом, на преподавателе давали упражнения определенные, чтобы быстренько восстановить не только дыхание, но и снять эмоциональное напряжение. Все. Так вот, это упражнение интересно вот чем. Что, допустим, мало того, что оно 3К позволяет осуществлять, то есть контроль тела, контроль эмоций, контроль мысли. Причем во время выполнения упражнения периодически свое тело сканировать опять, как бы сверху вниз. Ничего ли не затекло, ничего, так сказать, не напряглось ли, потому что это контроль тела. Не изменилось ли положение каких-то частей тела. Вот. Или если меняется, почему? Что вам неудобно? То ли вы не можете терпеть, то ли, допустим, проявляете неусидчивость или что-то там вам, ну, зажимает. То есть это вот контроль тела. Ну а дальше, как говорится, все будет зависеть от человека, от его настойчивости. Потому что если удастся, допустим, вам в спокойном состоянии в этом просидеть 30 минут, то обычно меньше нельзя. Зависит от психики человека, ну, через 20-30 минут начинается другое действие упражнения. То есть сказываться. А именно, когда человек, значит, это время научится спокойно, вот где-то повторяю, 20-30 минут, видите, не меньше. Когда человек спокойно просидел это время и не отрывал взгляд, то есть внимание все было наточено, он начинает сам, не замечая этого, расслабляться его тело, расслабляется, то есть снимается напряжение. Он спокойно смотрит, дыхание у него в норме, эмоции ушли, значит, на мысли он не отвлекается, начинается расслабление. И человек, если, как бы, после этого, когда встанет, если будет себе так сказать, прислушиваться, он почувствует, что ему легче стало как-то. Как-то он даже, ну, отдохнул. Потому что действительно, когда мы расслабляемся, наш организм в это время отдыхает. Это хорошо. Ну а дальше, если они к себе прислушиваются, люди, кто в это упражнение будет кивать, то есть это надо на первых порах внимательно к себе. То есть они почувствуют, что после 30 минут, как бы, вроде не просто он расслабился, но и он как-то стал ему лечь, как будто получил какой-то заряд. А здесь почему происходит? Когда мы расслабляемся полностью, наша энергетика приходит уже в равновесие, у нас так называемый главный энергетический столб, наш позвоночник, по нему начинает идти энергия. Сначала слабее, так как люди к этому привыкли, но она начинает подпитывать, то есть она восстанавливает энергетику чакр, а чакры, соответственно, восстанавливают работу наших органов. И человек получает немножко, не только расслабляется, отдыхает, но и заряжается. Если он на это обратит внимание и будет именно
как бы дальше, вот именно спокойно, то у него этот процесс будет идти все лучше и лучше. То есть это позволяет не только 3К осуществлять, но и заряжаться энергетически. Ну а если человек доведет это упражнение до часу и более, допустим, я максимум до 2 часов доводил, то возрастает сила взгляда. Вот. А это как бы упражнение, получается, промежуточное упражнение для работы взглядом или визуализацией. Потому что если работать взглядом или визуализацией, надо уметь четко концентрировать свой взгляд, то есть направлять энергию в нужную точку или на нужную собеседование и так далее. Так вот, это упражнение как раз позволяет усиливать силу взгляда, соответственно, и больше энергии посылать собеседнику, или его останавливать, или его, допустим, наоборот, ему. Вот. Это упражнение очень хорошо для даже вот молодых мам, потому что, допустим, сейчас же все мамы лечат своих детей разными лекарствами. Зачем? Особенно, когда температура. Дети же часто болеют. Нет, не надо заниматься дурью. Надо просто, когда ребенок чем-то заболел, мама спокойно или садится к ним, или сажает его на колени к себе, берет его руки, свои руки, и спокойно на него с любовью глядит, или при этом что-то говорит, или песенку поет. И температура, если мама в это поверит, потому что у нас же ведь сомнение или скепсис в этом плане, сразу все сводит на нет. Надо верить в свою силу. Не должно быть скепсиса. Все. У ребенка температура снижается или совсем убирается, потому что мама восстановила энергетику у своего ребенка. Все. А дальше что-то другое, допустим, будет. Так что вот чем интересно это упражнение. Уже так называемые эффекты в зависимости от психики человека. Одно может проявиться, у другого другое. Здесь нельзя сказать, что у всех будет вот это вот. Нет. А от чего это зависит? Ну, во-первых, как говорится, от уровня энергетики человека, от его способности. Вот, допустим, ты про сновидение говорил много. Я что же читал Карла Стонелли, искусство сновидений. Много занимался, записывал несколько лет. Но у меня не пошло. Я отошел от методики, пошел другим заниматься. Там пошло. Понимаешь? Потому что ведь энергией можешь заниматься разными путями. Их много. У тебя, видимо, такая природная способность. Вот она. И ты ее не утратил. У меня, допустим, не проявилась она. Mm-hmm. Хотя, как бы, вроде были интересные сны записаны, но потом, наоборот, как бы, дальнейшая практика, у меня, наоборот, стали как-то сны исчезать. Все. Поэтому, видимо, ну, как что ли, то ли, может быть, что-то не так я делал, но, по крайней мере, говорю, что вроде следовал советам, не получилось. Поэтому я отошел, и стал другой практикой заниматься, как бы, да. И потом, как раз вот, когда 10 лет занимался во время второй части компании поток специалистов, там мы работали, наработали другие методы, что когда вот человек, если к этим практикам подвести, он их начинает принимать, то, как говорится, ну, из любой ситуации найдет выход и не погибнет. И действительно, кто у нас там, допустим, вот именно прошел несколько курсов таких практических, многие из них до сих пор сейчас воюют, некоторые воевали не только, допустим, в Чечне, там, на Украине, в Сирии, далее, и в Африке, и в других местах, все живы, никто ничего. Да, попадали же в разные приятные, но все равно оставались живы. Потому что именно когда человек владеет своим вниманием, использует свои энергетические возможности, все это помогает. Допустим, даже вот был такой случай, где же нам это немножко надо. Когда коллектив, почему силен, если действительно коллектив? Потому что в коллективе создается, во-первых, свой эгрегор, создается коллективно-ментальное поле, эмоциональное поле. Вот. Один человек, допустим, да, может там силы взгляда или словом остановить человека, но у него определенная способность. А у одних, вот это, у моих щенков был такой случай. Значит, в одной стране их послали на разведку. Ну и три группы послали. Информация была слита, две группы, так сказать, завалили, они остались, их зажали в строениях, и, как говорится, выходов практически не было. Но они вспомнили, настроились, прочитали молитву, как они будут настроить, и пошли на прорыв, так сказать, открытая местность под пулемет «Магнум». Они никаких потерь не принесли. Они только потеряли двое легко раненых.
чем секрет здесь? В чем? Что они пулемет в огне шли, и все нормально. Ну в чем секрет? Вот в чем секрет? Я хотел вас спросить, а вот в чем вот как. Направили свои эмоции, которые энергия, во злость и ярость. И пошла волна впереди их. А практика же показывает, то есть противник поддается страху, ужасу, даже с двух метров люди стреляют. Поэтому просто пулеметчик стрелял с пулемета, но у него, как говорится, он плясал в руках, но он не мог попасть. Все, его эта волна вызвала у него уже страх, и он все чисто автоматически стрелял, но прицелиться не мог. Ничего себе. А какие еще вот эффекты есть, когда у человека тренированное внимание, вот в повседневной даже жизни? Ну, я как бы только до двух часов доходил, больше нет, но, видимо, просто, как вот ты сказал, что как бы, если человек ну, на зоне, я понимаю, что там больше, но если человек сидит больше, ставив, смотря, что пропадает звук. Нет, пишут эхо. То, видимо, возникает и такое, что находясь в этом состоянии измененном, потому что всегда действительно уже полностью все ласталось, да, что он может выходить из своего астрального тела и совершать пока неосознанные действия полета. Потому что то, что рассказал, в случае этого товарища вот такой сказал, что он вышел из астрального тела, как бы и спокойненько прошелся, посмотрел какой-то эпизод, потом вернулся обратно. Потому что чтобы научиться практике выходить из остального тела, надо научиться быть в равновесии, спокойствии полном. И он действительно мог часами смотреть, это ему позволило выйти. Это вот Джека Лондона есть тоже интересный рассказ, как раз про зону. Он называется «Странник по звездам». Интересный рассказ. Как советский учитель печатался, я потом прочитал. Там как раз тоже он, как занимается вот таким времяпровождением, когда сели в единочных камерах, он научился входить в свое остальное тело и смотреть, что делать в их местах. А насколько это вообще обучаемые вещи, вот такие эти выходы из астрального тела, вот по вашим технологиям? Ну, как бы я говорю, больше двух не проводил, но, видимо, как бы у тех людей, которых получше способны, у нас же разные, одни ведь учатся быстро, другие медленно. Я просто могу искать практику, допустим, мужчины, как бы они более спокойны, но главное, что мешает мужчинам, это сомнения и скепсис. Они хотят, чтобы покажи, я говорю, если хотели чудо, идите в сверх. Вам ревизионисты покажут любые фокусы. Здесь же никакого чуда никто не покажет. Это же внутренняя работа, я внутри. Что ты хочешь? Увидеть мою внутреннюю работу, ты ее не увидишь. Вот. А вот если ты сам будешь работать, то ты сам как бы увидишь. Допустим, надо увидеть. Черное тело. Ты тренируешься, увидишь. И все, тело. Надо будет сначала свое видеть, потом у человека. Надо тебе, так сказать, расширить восприятие чувств. Тренируйся. Начиная от простой методики наших пустунов, когда, допустим, просто просыпаемся, они включали сначала слух, вот, потом зрение, потом другие органы. Да, все. Тренируйся, ты расширишь диапазон восприятия. Тогда все. Помните, что покажите, мы тогда увидим. Типа. Когда, допустим, я показываю, что здесь методика про день, за время. Покажите, я буду стрелять, покажите, как вы уйдете. Для меня товарищ, здесь не цирк у нас. Когда стучит ситуация, да, я спокойненько это реагирую. Когда как бы, тренировался по родной методике, получился. Стоит только один раз получиться, потом уже ты спокойно этим пользуешься. Но опять, сохраняя равновесие. Или как ты видишь, не теряя контрольное внимание. Все. Тут у меня же многие вещи в этих сновидениях объясняют по поводу внимания. Вот по поводу здесь сейчас у меня вопрос был, и там как бы объяснение. Вот говорит, смотри, говорит, время. Вот где, говорит, ваше внимание, там ваша энергия. Ну, где внимание, там и ци, вот китайцы говорят, да, вот секунду занимался, знает это их утверждение. То есть, где ваше внимание, где ваши мысли, где ваше сознание, там, соответственно, туда течет ваша энергия. Вот энергия, говорит, человека, внимание его, оно либо в прошлом находится, либо в будущем. Почему? Потому что, говорит, настоящего по большому счету не существует. Вот я сейчас сказал слово «не существует», это уже прошлое, да? А то, что еще в будущем, то еще не произошло. И вот внимание, когда вы включаете, начинаете им работать, вы начинаете жить не в прошлом и не в будущем, да? То есть вы начинаете жить конкретно в моменте. Я это заметил, вот я сам тоже поучаствовал в боевых действиях, там, пассивно, да? Не так, как вы, конечно, но я эти эффекты ощутил, да, потому что когда угроза жизни есть реальная, да, и там, ну, по-настоящему все это там стреляют, взрывается и все прочее,
Как бы ваше внимание все сконцентрировано на текущем моменте. И вот такие эффекты со временем появляются. Вот сейчас этот марафон провожу, и там вот люди пишут, какие-то странные эффекты времени проявляются, когда внимание включается. Все правильно, потому что вы свое внимание вытаскиваете из прошлого. А что такое внимание в прошлом? Воспоминания, ностальгия там, и вот все, что с этим связано, да, крутить это в голове. Это вредит тебе быть здесь сейчас. Да, это вредит. Это называется. Или мечтами в будущем находиться, да, там вот мечтает человек бесконечно, в каких-то облаках витает. А это, соответственно, ну, то же самое, только внимание в будущем. А надо быть вот здесь. Для этого вот практики эти внимания. В этот зазор ловите, вот как в песне, да, поется, есть только миг между прошлым и будущим. Вот этот миг, вот в этот миг, в этом миге надо научиться жить. А? Нам еще повезло, когда я был курсантом, у нас учило два преподавателя, которые прошли Великую Отечественную войну. И они, допустим, вот рассказывали, мы спрашивали, как, допустим, как это походить в атаку. Вот они как раз не объясняют, как сейчас, мы уже знаем. Они говорят так, очень просто. Говорят. Поднимаешь атаку, намечаешь какой-то рубеж или там какой-то предмет, до которого тебе надо бежать. И все внимание на этот предмет. То есть он находится здесь и сейчас. Все внимание только на этот предмет. Добегаешь беспокойненько до этого рубежа или предмета, падаешь, перекатываешься, опять по команде или сам скакиваешь, намечаешь следующий рубеж и бежишь. Все, ты бежишь до цели. Если, как говорится, в атаку с немцами, то атаку намечаешь определенного немца и бежишь только глядя на него. Больше добегаешь до него и дальше, как говорится, убиваешь его. Дальше еще и дальше летишь, все. То есть То мы есть мы вот так вот так вот. И мы делаем делали сейчас действительно на некоторых на некоторых семинарах, семинарах, когда когда на курсах Омеги проводили такое такое упражнение упражнение. стоят Стоят две шеренги по 20 по 20 человек. человек. Вот. С одной С одной стороны стороны мячик, обучаем, и другой с другой стороны стороны мячик мячик находится. находится. Обучаем Обучаемый должен сконцентрировать сконцентрировать все внимание внимание на на этом мяче мяче и потом бежать к нему. Все. А вы этим, кто стоит в шеренге, участникам разрешается его хватать, бить, но не по жизненно важным органам. Все. То есть не дать ему добежать. Разными способами пробовать, товарищ. Кто разгонялся, со скоростью пытался пройти, кто пытался там отбиваться, кто там, допустим, там разные действия проводить физические, ничего не помогало. Зато только, как будто 40 человек, допустим, 2 ему удалось. То есть человек бежит и прямо видно, его пытаются схватить или ударить, а он тело его раз так, то есть он все внимание там, а его сторожевая система сама срабатывала и уклонялась от ударов. Это очень хорошо показано, ведь наши режиссеры умели подвечать некоторые вещи. В фильме есть операции и другие прещения Ширика, когда он сдавал экзамен, когда он все внимание было в конспекте. Да, прочитаешь конспект, действительно было, если хороший конспект прочитал, спокойно идешь на экзамен, сдаешь, только потом утром, конечно, уже почти ничего не остается. Но экзамен сдашь. Вот здесь я бы советовал людям, кто это занимается, посмотреть еще раз внимательно этот фильм, потому что там показывается, когда у него он готовился, читал конспект, все внимание было, все на это, его никакая опасность не могла зацепить. Как только сдал экзамен, вышел, расслабился, пошел, и тут с ним пошли сразу разные эксцессы происходить. Вот что такое, когда ты находишься здесь сейчас. Да, это большой навык, которым, к сожалению, не владеет и не понимает его важность. А на самом деле в современном информационном мире вот эти вот все качества человеческие, да, неиспользованные ресурсы, они выходят на первый план, потому что во всем остальном человек машинам проигрывает. Но у человека есть ресурсы, которые как бы машинам недостижимы, по крайней мере, в обозримом будущем. И эти качества в себе развивать, мне кажется, ну, мы на этом можем только обыграть нашего противника на сегодняшний день. На На этом, так качестве и не только на человеческого этом. материала. Даже не сколько на качестве материала, сколько, допустим, у нас же, если взять войну, допустим, затронуть, значит, разобрать, какими ресурсами обладаем. Значит, первое – физическая подготовка. Второе – профессиональная подготовка. Третье – инструменты. Это твое оружие, боеприпасы, какие-то приборы, разведывательность, приборы наблюдения и так далее. Все. У противника то же самое. Допустим, сейчас будем про Украину. Физическая подготовка в украинских солдатах не хуже нашей. Профессиональная подготовка, как во многих случаях, она выше наша, к сожалению, потому что их учат нормально. У нас вопрос, мы с вами затрагивали с тобой, что подготовка офицерского состава, ну, на нулевом цикле, можно сказать. Просто наши пока разные деятели не хотят признать о том, что реформа образования провалилась. Даже было вот
29 ноября прошлого года совещание по итогам Панковской реформы. Потому что главным вдохновителем был генерал-полковник Панков, который там замминистра обороны. Ну и был там один товарищ, который как бы в теме по этому вопросу, и он и приглашен был, и он начал задавать неудобный вопрос. Так его сказали, у вас пригласили, не то уж вы нам тут, у нас все хорошо. Поэтому свои вопросы оставьте, у нас реформа прошла все нормально. Результат его. А результат этой реформы Панковской, мы сказали, в училище, допустим, нашим славным десантом, который заканчивал подготовку офицеров, нет совсем, от слова совсем. То есть в результате таких разных реформ, в результате еще других, поэтому не знаю, как бы пока, к сожалению, ни Министерство обороны, ни другие ведомства пока этот вопрос не решают. Пробовали мы в Думе этот вопрос поднимать, я помню, что я говорил, наш комитет по Думе во главе с Каргополом генералом этот вопрос как бы проигнорировали. А депутат, допустим, от Рязанской области, Красов, бывший начальник училища, он вообще избегал встреч с этими с офицерами запаса, потому что как бы с ним пытались встретиться, поговорить. Он избежал. Все. Ну, вот такие пока у нас депутаты, к сожалению. Что поделаешь? Видимо, слишком зажирели на депутатских харчах. Не могут свой зад оторвать, чтобы поговорить, как говорится, какие-то меры. То есть сейчас этот вопрос ругать-то можно, это не позитивно. Надо сейчас исправлять. Поэтому надо учиться сейчас на своих ошибках и не допускать их. Для этого есть все варианты, возможности есть. Было бы только желание и воля. Геннадий Григорьевич, а вот с вниманием понятно, а вот с энергиями как-то учились бы работать? Вот с биоэнергией, там, с человеческими этими энергиями всякими? Ну, с энергией, видишь, здесь вот ведь очень интересно. Дело в том, что у нас, мы как бы начали с этого, что вот именно мужчинам, хоть гражданским, именно мешает скепсис и, не, так сказать, неверие, сомнение, что покажи. Вот. Женщин, которые, допустим, вот, применяли, принимали нас на семинарах, далее, они в этом отношении лучше. Они, во-первых, эту энергетику чувствуют подспудно, потому что есть рождение, женщине намного больше энергии дается, чем мужчине. Но у них, если контроль над эмоциями слабый, то они не могут. У них наступает определенный коллапс. А так, допустим, когда энергия, ну, женщина, смотри, эмоциями совладеет. Допустим, такой случай был в практике. Приехали там в одно подразделение, значит, проверка снайперов. Ну и надо было с метров, что ли, 20 так попасть в голову как бы террориста, мишень террориста. Но кто приехал проверять, сотрудник, он взял вот так вот, обнял вот эту деревянную мишень, прижался вот так вот, 10, и все, все, стреляйте. И вот тут как раз казалось психологическая готовка снайперов. Никто из них не стал это выполнять. И только одна женщина спокойненько поразила, и все, без всяких, как говорится, эмоций, спокойно сделала это упражнение. То есть, видишь, что, как говорится, это как раз вот умение владеть. Вот умение владеть своими энергиями, к сожалению, у нас ни в одном учебном заведении этому не учат. Так, если отдельно туда находится далее. У нас здесь еще тоже аналогичный был у меня опыт тоже. Ну, где-то нас тоже учили стрелять, так скажем. И смотрит инструктор, говорит, что-то вы, говорит, ребята, говорит, филоните. Со 100 метров с автомата с позиции лежа мы стреляли, значит. Ну, и он, короче, так, у вас 10 человек как бы на огневом рубеже, 10 человек становитесь возле мишени. И вот вот мишень, и вот как вы говорите, вот так вот надо было сделать. Я помню, да, я стою, тут мишень, тут другой парень стоит. И дырки же считаем, понимаешь. И там этот друг мой орет, ты что, говорит, там 9 дырок, говорит, 10, говорит, куда улетело? Да, это сразу мотивация повышается, и качество, конечно, работы сильно увеличивается, друзья мои. Но рискованно, пробовать не советую. Мы со 100 метров. Нет, здесь, ну, как сказать, когда определенные условия, можно делать. Как бы, допустим, в советское время тоже не всегда следовали, как бы, как у нас учили начальники, что они же боялись некоторых, но в разумных пределах можно, потому что по-другому иначе научишь. Вот. То есть, как бы, старая методика, когда обкатку производилась, как бы, не только танками, не только
взрывами, но и другими вещами. А сейчас это все забыли, поэтому они так и растеряны на войне сидят, когда новички попадают. Ну а какое бы упражнение вы посоветовали, простое такое, как с точкой, только вот с энергией со своей работой, чтобы себя там оздоровить как-то, не знаю, в чувство привести? Ой, дело в том, что видишь, в чем беда там, вот как бы. Вот сейчас я с санобязами работаю, большинство из них вроде не такие уж старые, ну, мужчины, ну, 30, там, 40 лет, в интернете спрашиваю, все сидят и так далее. Говорю, а слушали вы что-нибудь, допустим, вот об энергетике, слушали вы, допустим, о физике тонких полей, слушали вы, допустим, что такое человек с точки зрения энергетики, что такое аура, что такое эфирное тело? 90% нет. Только одна, допустим, женщина, вот у меня вчера рассказала, что, кажется, в радиоинституте нашем, в 98-м она училась году, им один преподаватель давал, как бы, дополнительную метафизику. Как бы, да, это связано с этим. Я говорю, да, больше, как бы, никто не встречал. Очень дело. То есть отсутствие информации, нежелание интересоваться привело к тому, что сейчас, как бы, многие не понимают, что такое. Потому что и не понимает еще вот как в вопросе. Допустим, физические действия может заставить человека делать какие угодно. Ну, под определенную систему, как бы через ноги или давление. Это приходилось напрягать, только все мы сами в какой-то степени на себе испытали. И когда были определенные условия, когда нужно было быстро научить, допустим, людей, ну, этих... не военнообязанных, а рядовых, как у нас срочники служили, быстро к определенным действиям, да, прибегали к нестандартным методам, то есть через ноги, и плюс еще добавка другая была. Все, учились стрелять только так или, допустим. Но, когда давление кончалось, многие из них потом все. То есть здесь, повторяю, что физические действия можно какие угодно научить себя делать. Но работать с энергиями – это только осознанные действия. Когда человек сам понял, что, так сказать, нужно и так далее, все по-другому никак не учит. Вот как раз здесь вот и стоит пока барьер в том, что мало информации, мало информированности. То есть, как говорится, отсутствие определенной хорошей информации. Вот что как бы. Поэтому вот эти семинары, как бы, которые, да, сейчас хотя бы основном у тебя на присутствуют те, кто заинтересован. А нужно вводить, как бы, курс, как вот все время был он определенный, то есть, допустим, психологическая война, допустим, для военных, или просто, допустим, там какие-то, ну, назвать по-другому. А то есть сейчас термин «боевые психологи». Да, во всех сейчас подразделениях, в училищах есть психологи. Но они это не психологи. Они, как бы, в лучшем случае могут быть семейными терапевтами. Все, больше. Потому что как говорится, человека научить не терять свою энергию, то есть мы же очень много теряем часто, особенно сейчас из-за сенсорной перегрузки. Как научить восстанавливать эту энергию? Большинство не знает. Вот в чем дело. То есть получается, вроде специалистов по этой области мы готовим много, но им никто ничего не дает. И поэтому получается, все это сводит на нет. Это заложено, конечно, еще было и в Советском Союзе. К сожалению, кибернетика, генетика и психология были в законе. В загоне. И когда, допустим, вопрос звучал, тебе, что тебе надо психологить, сразу какой был ответ? Что я псих, что ли? То есть путали психологию с психиатрией. А так действительно. Поэтому сейчас, видимо, надо просто как-то информировать людей. То есть доносить эту информацию, чтобы они задумывались, что это есть, что это действует, что это у каждого есть. Это не какие-то, ну, чудеса или какая-то магия, это обычное наше действие. Все. И вот даже, допустим, я гляжу сейчас, вот, когда бывает на семинарах женщина, я говорю, что не надо лечить ребенка лекарствами. Что-то болит у него, как раньше делали наши матери. Я застал еще времена. Песенку поют и руку прикладывают. Левую руку женщина, тот больное место, где у ребенка. Все, и поет песенку, или гладит его и так далее. Все. С энергией у женщины левая рука сильнее, у мужчины правая рука. Идет энергия, и, пожалуйста, эта энергия, как говорится, вылечивает, выздоравливает человека. Ну и если в отношении мужчин, потому что они скептики в этом отношении, есть уже простая методика дыханием, только дыхание, не просто дыхание, систем много,
А когда, допустим, у тебя, ну, ушиб ты колено, или, допустим, после ранения, но ну, у тебя болит это колено, ну, допустим, там рано все эти перевязали, сделали, но еще боль осталась. Ну и что? Возьми, как говорится, спокойненько сядь и ляг. Вот если есть возможность, начинаешь дыхать. Там по одной из систем, какая тебе лучше, то есть вдох, выдох делаешь, но опять мысленно, визуализацией, ты представляешь, допустим, колено у тебя, ну, простелено, ты представляешь, вдох через нос, выдох через рот, и направляешь мысленно, то есть визуализируешь поток этот воздуха, выходит из этого колена или из этой раны. Все, через некоторое время будет снимается. Но все ведь хотят как? Тоже наблюдалось на занятиях. Чтобы раз сделали и сразу получилось, то все ждут чуда. Я им говорю, товарищи, ну если вы спортом занимаетесь, у вас что, через месяц вы рекорды показываете? Через год? Наверное, через годы. Так и здесь. Вы тренируетесь, да, первый раз, допустим, вы попробуете, у вас вот ничего не получится, второй раз и далее. Но это же психологическая тренировка, как и физическая. Поэтому у вас, допустим, на первое время может не хватить терпения. 1-2 минуты или 3 потерпите, или там поделайте, закончите, тренируйтесь, и когда вы определенного уровня как физического достигаете, так и ну, здесь психически вы спокойно это будете делать. Здесь же вот так еще, как бы я сейчас пытаюсь ответить. Вот, допустим, если ты 100 раз отжимаешься или подтягиваешься, то тебе 10 раз это расплюнуть. Ты в любом состоянии это сделаешь. Хоть с нагрузкой, хоть без нагрузки, ты ставишь раз, встал и почувствовал. Как у нас было, помню, когда нас тренировали ходить на большие расстояния, то потом счету пусть у нас было так, что 20 километров это у нас была легкая прогулка. Мы их быстренько проходили ускоренным темпом. Но это с рейдовым рюкзаком или просто так? А? Это с рейдовым рюкзаком происходило или просто так? Нет, были рюкзаки и оружие, но не в полную нагрузку. Все равно мы приходили в сельцы и после этого ужинали и начинали играть в футбол. Вот, или там еще что-то прямо на морозе. Босиком, потому что не усталости никакой было. Так и здесь. Если вот как раз возвращаясь к упражнению точки. Если вы натренируетесь минимум 30 минут спокойно находиться, то тогда дальше, допустим, у вас вдруг что-то вас вывело из равновесия. Получил задачу нагоняя тебе далее там за что и так далее. То есть ты уже в зеленом состоянии, командир не должен быть в зеленом состоянии. Приходишь в мелидаш или в окоп или еще что-то, сел и на какой-то предмет в виде точки, что поглядел. Это что же самое, как физически, ты 10, если 100 раз отжимаешь, подтягиваешь, 10 раз ты запросто сделал. Так и здесь. Сел, и тебе не надо 20-30 минут сидеть, созерцать. Нет. Одна, максимум 3 минуты, ты приходишь в норму. Все, эмоции успокаиваются, мысли уходят, и ты спокойно работаешь с подчиненным или решаешь задачу, как выполнить. Ну, это то же самое, как китайское, помните? Есть притча такая, что один пришел к мастеру меча учиться-то, а тот он заставил по квадрату-то ходить. Все. И ходил по квадрату, а потом, когда он взмолился, не смог, ну, так мастер говорит, что ты не умеешь, что ли? Ну, а бери меч, дал ему сразу боевой меч, а не этот деревянный. Иди, говорит, по квадрату. Он идет по квадрату, мастер наносит удары, а он спокойно отражает. Потому что когда человек, его внимание все находится на выполнение определенного действия, у него физическая система срабатывает как надо. Все. Так что вот пока простые как бы пожелания нашим Геннадий Гаврилович, я военноказа этот вопрос не мог не задать. Что? Я говорю, вопрос у меня есть, который я не мог не задать. Меня товарищи тоже просили. Вот по поводу этого всего бесконтактного боевых искусств, вот этих бесконтактных, их сейчас много в интернете, да, там за счет энергии что-то делают. Насколько это вообще реальная история? И сколько там фейка вообще всего? Ну а сам ты сталкиваешься с этими вещами, Алан? Нет. Вот я так, чтобы вживую кто-то мне продемонстрировал, нет. Нет, я вот, смотрите, я работал, как бы, есть у меня знакомый, который тренировал на эти темы, но он говорит, ты понимаешь, в чем, говорит, фишка заключается, что ты должен уметь очень быстро сонастроиться с незнакомым тебе человеком, а это трудно, то есть ты воздействуешь на энергию, тебе нужно научиться за доли секунды с ним сонастраиваться, а это, ну, тем более в критической Нет, ситуации, это дело целое в том, искусство. что, понятно, дело в том, что сам термин бесконтактный карате или бесконтактный бой, он в корне неправилен. Абсолютно. Контакт идет всегда.
Просто мы на физическом плане видим, как контакт происходит, а на тонком плане мы не видим контакт. Вот в чем беда-то. Поэтому нет, да, и таких людей как действительно мало, потому что, чтобы достичь этого уровня, надо не просто, как говорится, владеть своим вниманием, не только своим физическим телом, не только своей энергетикой, но и уметь, как ты правильно сказал, в очень короткий период времени концентрировать свою энергию и направлять ее в нужную точку. А дальше, естественно, что физический удар, допустим, несешь сюда, в эту косточку, у тебя рука, раз, так сказать, онемеет, что энергетический удар в эту точку, точно так же для физической массы мышц не важно. Это же энергия пронзила этот нервный узел. Все, а раз нервный узел, как говорится, повреждается на какое-то время, все, и рука отвисает, все не имеет. Так что вот такое. Я просто немножко так тоже с одним человеком знакомился, он мне показывал некоторые вещи. Да, действительно. А почему да, спортсменов там не учат этим всем вещам? Вот эти бои без правил разных. Нет, спортсменов как раз олимпийские спортсмены и космонавты. С ними работают очень интересные люди. Вот есть институт экстремальной медицины в Москве, который как раз я был на одном семинаре, как вот Хаса Алиев такой очень интересный проводил. Они как раз очень много дают упражнений, как раз учат спортсменов быть в равновесии. Потому что если спортсмен поддастся эмоциональному какому-то порыву или, допустим, на чем-то будет, на какой-то мысли зациклиться, он не показывает это, он не сможет выложиться полностью. Поэтому как раз с ними работать. Но все равно, видите, бывает срывы. И самое главное, он не должен травм допустить. Это уже другое упражнение, чтобы не допустить травм. Это у Дзема Пахомова есть в их тренинге такое упражнение, так называемое, пока просто назовем, мы не будем пока заниматься. Так называемый внутренний фонарик. Не слышал? Ну, это поддержание в равновесии эфирного тела. А там в чем принцип заключается? Может, я по-другому просто знаю, что он называется? В двух словах хоть можно? Принцип там в чем? Да, нет, как бы оно по-другому не может называться. Просто ты это упражнение делается лежа или стоя, или сидя, вот. Даже можно и стоя, вот. Снаряжение здесь не мешает, если, допустим, снаряжения нет. Ты просто закрываешь глаза и методом визуализации или второе, как бы, чувствовать, допустим, не, на тактильном, не трогая, а чувствовать. Ты начинаешь перебирать свои части тела, начиная с левой половины, с левой ноги, потом с правой ноги, так до макушки. Не сталкиваюсь. Я это так же делаю, просто, ну, я как это называю, что просто внимание ты по телу гоняешь. Видишь шара такого, как энергии. Нет, это ой, другое. Есть упражнение с энергетическим шаром. Это тоже другая практика. Паша, давай мы просто этот пока не будем загружать лишней информацией наших слушателей. То, что мы с вами поговорили, это достаточно простейшие приемы. Ну да. Ну это вообще сейчас, видите, очень интересно, актуально. Потому что что-то в людях включается. Я вот замечаю, даже вот по себе, да, сколько, ну, заинтересованность большая пошла. Очень в этих всех вопросах. И очень странно, я, честно говоря, всегда был уверен, что, ну, как бы, людей там в вашей профессии и смежных вообще обучают этим вещам, как, я не знаю, как каким-то базовым навыкам. Потому что они на самом деле базовые. Это в Советском Союзе были определенные инструктора. Вот, были определенные методики, но потом как бы правильно их сделали, эти методики как бы исчезли, потому что когда, помнишь, было предательство, когда проводилась организация, то есть наши враги много допустили доступа к вещам, которых нельзя было. Поэтому все, но как один, допустим, инструктор мне правильно говорит, я с ним согласен, что если человек очень захочет, он до всего этого может дойти из, без всяких учителей, без всякой литературы. Только надо очень хорошо захотеть и работать над собой. Нам же что мешает? У всех людей есть способности. Все мы гениальны. Все. Но есть маленькое но, что лень вперед нас идет. Дело в том, что ведь если физическим, когда мы занимаемся, здесь тоже это интересно. Если, допустим, мы занимаемся каким-то видом спорта, там как у нас успех растет по
какой-то кривой. То есть мы чем больше работаем, тем как у нас все удалили. Все. Ну а если ты когда занимаешься ритмическими упражнениями, своей работой энергии, там же по-другому, там же получается вот так вот. Идешь, 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 все на одном уровне. Может, и месяц, год, два. Потом вдруг раз, ты, какой-то у тебя получился порыв, сдвиг. И если это на этом сдвиге, вырыве, вдруг раз так расслабился, и так далее. Перестал заниматься, ты опять возвращаешься вниз, да. То есть опять это по-новому. Здесь как только надо подняться, надо его закрепить, этот уровень. Закрепить. Работать дальше все. А это делается только ежедневной работой. Причем не обязательно, ну, как бы там какое-то время. Есть так называемый попут тренировок. Вот к упражнению к нашему вниманию-то. Или точка. Если ты едешь в маршрутке, допустим, домой, на работу или еще где-то, пожалуйста, когда уже освоился так в спокойной установке. И сейчас же люди не особо решают меня, кто едет, что делать, тем более ты никому не мешаешь. Возьми сосредоточь внимание на каком-то маленьком предмете и спокойно сиди в маршруте, тренируйся. Если ты на машине едешь, то тут попутно тренировка такая. Ты просто едешь, сидишь с дорогой. Смотришь, если, допустим, кто-то тебя подрезал, кто-то там, допустим, тебя пытается прижать. Какая у тебя реакция на это? Эмоционально или спокойно, нейтрально? Ты едешь спокойно, ты не нарушаешь движение. Но если ты спокойно, ты вовремя от этого наглеца отъехал или пропустил его вперед, если он так спешит, пусть бежит, если он так вперед. Как говорится, до ближайшего столба, как водители говорят. Все. То есть ты во время управления машиной постоянно как бы зряешь свои эмоции. Как ты на это или на это событие реагируешь? То есть подрезание, там, нарушение, или женщина, когда впереди бывает, начинает дергать. То есть ты постоянно находишься здесь сейчас, потому что твое внимание заточено на окружающей вокруг тебя обстановке. Вот все, пожалуйста, это попут тренировка. Да, еще интересный эффект у вас, друзья, появится. Если вы научитесь жить в состоянии покоя, и у вас получится внутренний диалог остановить, да, эту тишину поймать, то потом в ней можно жить вообще. Мне когда спрашивают, а сколько типа нужно в день этот диалог останавливать, я говорю, нужно стараться вообще в нем пребывать постоянно. То есть я вот, ну, он у меня включается, ну, так, как бы редко, это, да. Это ты выработал в процессе уже своей жизни. Конечно, это не за 5 минут. Здесь должно быть именно желание и каждый день понемножку работать. Вот это как раз нам мешает. А так у всех есть способность. Я встречал очень идеальных, гениальных людей среди вот этих категорий. Их подсказывали, они работали. Но потом через год встречаемся, а он еще на меньшем уровне, чем до этого был. Что делать? Да не работал. Все. То есть, если мы паразитируем на своих способностях, они нас угасают или утрачивают. Наше главное – беда в нас самих. Надо работать и работать. Если мы не готовы работать ежедневно над собой, значит, тогда будет унылая, убогая жизнь. Другого варианта не будет, извини, пожалуйста. Так что вот так только можно сказать на прощание людям. Что, товарищи, хватит спать, хватит заниматься удовольствием, наслаждениями. Тем более сейчас, когда у нас война идет. Надо работать над собой. Все, другого нет пути. Будете работать, появятся подсказки, появятся учителя. И вообще помощь идет, когда человек идет своим путем, работа над своим совершенствованием. У нас же у каждого свой путь, своя задача в этой жизни. Все нормально. Так что, я думаю, достаточно сегодня с нашими слушателями. Итак, я думаю, что они получили большую информацию. Потому что надо не просто переварить, надо принять, но и начать делать. Да, конечно, друзья мои. Слушать можно бесконечно, читать книжки можно еще больше. Но если вы ничего не будете делать, нельзя стать чемпионом мира по боксу, читая книжки про бокс. Вот, понимаете, надо брать и тренироваться. Вот именно. Ни одна книга вам самая поликарта не поможет. Спасибо большое, Геннадий Гаврилович. Я думаю, мы будем регулярно с вами что-нибудь обсуждать такое интересное. Ну, что-то будем, как говорится. Я ж не надо считать, что я какой-то гений там. Нет, просто могу поделиться только теми знаниями, которые я получил. Есть намного лучше, сильнее людей. И они есть в каждом регионе, в каждой области. Я тоже учусь других людей. Просто они пока могут ходить с этими людьми, но не обращать внимания, по какой причине. Но они видят, что люди этим не интересуются. Они не хотят. Они хотят, чтобы показали чудо, и тогда он, может быть, будет работать. Нет, чудо не будет работать. Поэтому люди не обращают внимания на этих людей.
Вот и все. То есть опять причина в нас самих. Мы не хотим учиться, мы не хотим развиваться, мы не хотим глядеть по сторонам шире, как ты говоришь, внимание научиться. Да. Все. Все, весь клон зла в нас. Так давайте будем просыпаться. Но это выгодно, чтобы мы не просыпались для власть имущих, потому что в такой обстановке и мощь легко нам манипулировать и управлять. Ну, сейчас вопрос стоит уже о выживании, поэтому хочешь не хочешь, а делать придется. Да, поэтому да, нужно. Ну что, все тогда. Да, спасибо большое. Все, до свидания.